иди сюда, нахуй, мой хороший. Иди сюда, мой хороший. Погнали. Здорово! За что вас остановили? Добрый вечер. Знак стоп. Был знак стоп, а я не остановился. Что значит был знак стоп? Ну, а вы где были? Они стояли в камышах. Напротив. Вы стоите в это... Да, водительская центральная. Не, подождите. Вы сильно не спешите. Вы так быстренько даете свои водительские, что просто аж бегом. Я вам помогу. Максимально. Бесплатно. Без всего. Мы как, мы будем максимально или на превентивность мы сыграем? Человек нарушил, проверим документы. Нет, подождите. Что? Еще человек ничего не нарушил. Ты ж прекрасно знаешь. Вадик. Я ж не просто так выехал, потому что уже просто вот здесь все уже стоит. Я еле нарушение. Думаю... А? Нарушения в городе стоят или что? Полицейские начинают заниматься ерундой. Чем? Какой? Вадик. Стоим на одном месте, ну, ждем. Да. Рано утром мы выявляем, оказывается, на лопатах стоим. Ты же сегодня на Киевском. Послушай, вы знаете, что вы побили много приусов? Конечно. Ну так и все. Все. О чем все это, о чем мы тогда будем дальше вести дискуссию? Вы говорите, что, что мы занимаемся ерундой. Что мы ерундой занимаемся? Человек нарушил по факту. Нет. Давай так, давай договоримся так. Я тебе дам сейчас видео, как я отсюда, вот Сумской, поворачиваю налево. Ты меня привлекаешь. Да, ну, почему здесь отпускаешь человека. Вот я беру на себя удар. Я беру на себя удар, но при этом ты сегодня джекпот срываешь и можешь идти домой, в принципе. А все, какой, ну, в чем джекпот? Ну то, что ты меня выпишешь, так на меня можно штрафы через каждые 5 метров писать. Твои права известны, все сможешь? Известно. Сможешь? Ты только мне, мне это не нужно. Нет. А я кто прошу. Захочет, тот напишет. Ладно, выпиши мне постановление. Зачем? Ну мне это не нужно. Ну мне скучно. Просто. Ну кто хочет, молодые, пусть пишут. Тебе, ну, придешь, тебе какие штрафы выпишут. Захочет, пусть тебе Морозов пишет. Послушай. У вас там контры, я ж не знаю. Послушай, вот шо-шо, а вот Ди у меня нету. Вот этого очка у меня нет. Все, счастливой дороги, удачи, успехов. Иди сюда. Надзор Харьков, группа Телеграм. Понял? Спасибо. Давай, не нарушай.